Вот эта волшебная коробочка, о которой я вам сегодня буду рассказывать, почему я ее использую, почему я именно вот этот бренд выбрала, который называется Herbal Detox, то есть травяная дезинтоксикация, то есть очищение от токсинов посредством трав. Да потому что эту формулу, так сказать, изобрел, эту формулу разработал человек, который занимается травами, который сам живет на органической травяной ферме, выращивает эти травы. Живет он в Канаде. Я сейчас одену очки, чтобы вам немножечко прочитать об этом человеке. Вот к этому киту прилагается такая брошюра, которая вообще-то бесценна, потому что это не просто описание, как принимать данный препарат, чтобы очистить свой организм. Ну и здесь дается подробное описание, какую диету вы должны употреблять, что вы должны употреблять и какой диете вы должны придерживаться до этой программы, во время этой программы и в целом в жизни. Сейчас я вам прочитаю немного о авторе этой формулы, о человеке, который посвятил свою жизнь разработке всевозможных формул для лечения человека посредством трав. Зовут его доктор Терри Уиллард, он имеет PhD, то есть докторскую степень, и он является клиническим травником. Когда при разработке, вот я вам сейчас буду переводить вступление в этой брошюре, при разработке этой формулы, значит, разработчики учитывали, что самое высокое предпочтение будет относиться к поддержке функции печени малому и большому кишечнику, большому и малому кишечнику, тонкому и толстому кишечнику, для того, чтобы расщепить и вывести все токсины и шлаки из организма. И эта программа очень легка в применении, и ее уникальные benefits также для молодых и для старшего возраста людей, что когда вы на этой формуле, то вы не испытываете каких-то неприятных ощущений. Разработчики этой формулы говорят о том, что internal cleansing, то есть внутренняя очистка, рассматривается как краеугольный камень хорошего здоровья многими специалистами в natural healthcare, то есть которые работают в натуральной медицине, то есть лечат путем, ну, натуральным путем, то есть традиционными методами лечения занимаются. И здесь перечисляется несколько проблем, при которых показано именно вот этот очистительный препарат. Это людям, которые чувствуют себя сонными постоянно, тяжелыми, которые имеют какие-то кожные проблемы и которые хотят начать новую жизнь, то есть они хотят сначала очистить свой организм от токсинов, от шлаков и потом уже перейти на здоровый образ жизни посредством правильных диет и спорта и так далее. Этот кит нацелен, эта формула нацелена и на то, чтобы помочь тем людям, которые хотят освободиться от каких-то своих плохих привычек, например, курения или алкоголизма, или употребления наркотиков, или переедания и так далее. И вот что объясняет автор вот этой формулы, почему нужно все-таки прибегать к дополнительным методам очистки. Он говорит, что pollutions, то есть засорение атмосферы, воздуха, воды, пищи, в том, что мы едим, также которые аккумулируются внутри нашего организма и ведет к стадии засорения. В такой обстановке освобождение от ядов очень важный шаг тому, чтобы помочь снова наладить свой здоровый баланс в организме и вывести все ненужное из него. Дальше здесь пишется о диете.
что вот эта диета, которая дальше приводится вот в этой брошюре, она очень-очень важна, потому что в течение очищающего периода вы можете есть сколько вам угодно, но ваш выбор еды очень существенен. И здесь даются чарты, где расписывается, какую еду можно кушать и совмещать, и какую еду нельзя кушать и совмещать друг с другом, какую еду нельзя совмещать. И вот в этой брошюре как раз указывается, что вот посредством этой диеты, которую они здесь приводят, нужно добиться смещения кислотного баланса в нашем организме в более нейтральную, более щелочную сторону. Потому что вот все, кстати, врачи говорят, что именно закисленность организма приводит к заболеваниям, приводит к онкологическим заболеваниям и вредит нашему организму. Поэтому нужно сдвинуть вот этот кислотный баланс в сторону щелочного. Здесь говорится, что вот в этой диете, которая приводится в этой брошюре, нет места хлебу, мучным изделиям, таких как паста, макароны, торты, блинчики, крекерсы и присутствие муки, например, в соусах различных. Описывается, почему мучные продукты не рекомендуются, когда вы находитесь на этой программе. Потому что, когда они смешиваются с водой, мучные продукты, то мука формирует как клейкие субстанции, имеет тенденцию прилипать к стенкам сосудов и зашлаковывать их, и таким образом очень трудно потом выводить шлаки из кишечника. И в этой брошюре говорится, что пинос, то есть земляные орехи, арахис, тоже не рекомендуется применять, потому что они содержат натуральные дрожжи. Следующие продукты, такие как вино, пиво, уксус, соевый соус, черный чай, тоже должны быть исключены, потому что... И вот еще, значит, строго должен быть исключен алкоголь из того времени, пока вы используете эту формулу по очистке. Также не рекомендуются такие продукты, которые содержат также натуральные дрожжи. Это апельсины, грибы, виноград. Также не нужно употреблять сухофрукты, потому что там очень много находится сахара. Очень вреден, потому что дрожжи, которые находятся, расцветают в нашем организме, они питаются вот этим сахаром. И таким образом живут. И написано, что чем слаще фрукт, тем он хуже для организма, его нужно избегать. Почему тропические фрукты не разрешаются? Потому что tropical fruits are sweeter than... Почему тропические? Говорится, что тропические фрукты, они наиболее сладкие, поэтому их нужно тоже избегать. И избегать такие же, как фрукты, как бананы, как дыня, как... Pineapples – это ананас, и нужно больше отдавать предпочтение, пока вы находитесь на очистительной системе, яблокам, грушам, сливам, ягодам. Также нужно избегать фруктовых соков, потому что там очень много сахара. Если вы любите соки, то их можно употреблять, но свежевыжатые, без добавления сахара. И предпочтительно такие соки, как морковка, celery, свекла. Вот такие соки как бы приветствуются, пока вы на этой программе.
Дальше написано, если вы регулярно потребляете кофе, то вы до сих пор можете применять его в малых количествах, пока на этой программе, например, 2 чашки в день. Большое количество кофе ослабляет иммунную систему и добавляет, и приносит добавочный стресс адренальным гландам. Травяные чаи и зеленый чай можно употреблять. И хотя мы знаем, что оба чая, зеленый и черный, они пришли с одного и того же растения, но черный чай подвергается ферментативному процессу, в то время как зеленый чай не подвергается. Дальше, вода очень важная часть, пока вы на этой программе. И лучше употреблять чистую весеннюю или щелочную воду. Употреблять воды нужно от 1,5 до 2 литров в день, которая будет помогать выводить токсины из вашего организма, особенно когда вы находитесь на очищении. Теперь непосредственно об авторе, докторе Терри Уиллард, что 35 лет он изучает медицинские свойства растений, и он является, значит, ведущим клиническим, значит, herbalist, то есть специалистом по травам в Северной Америке. Он постоянно, значит, публикует свои статьи, и он является экспертом в использовании трав. Сейчас он является профессиональным членом американской травяной гильдии компании ассоциации. Также доктор Уиллард является автором 12 книг на тему трав. И вот этот вот Wild Rose Herbal Detox, это именно была разработана, эта формула была разработана этим доктором Уиллардом. Активные practitioner и учитель Терри имеет клинику в Калгари, в Канаде, в Алберте. Он также является директором Wild Rose College of Natural Healing, в которых он ведет классы, в которых обучаются студенты со всего мира. Его лекции the lectures on the main lectures and the trade shows and training sessions with the household industry. Он делает очень много интервью на радио и телевидении, и он живет на своей собственной органической травяной ферме в Eastern Slopes of the Rocky Mountains outside Calgary, Alberta, Canada. То есть Rocky Mountains, там он живет. Вот тут дается его веб-сайт www.gardenoflife.com. Вот. Вот это коротко об авторе этой формулы, коротко о том, значит, что нужно соблюдать, пока вы находитесь на вот это вот 12-дневное whole body cleansing, то есть за 12 дней происходит очищение всего организма. И здесь очень, и дается список вот этих всех трав, которые входят в эту формулу. Сейчас я покажу, из чего состоит эта коробочка. Здесь находятся 3 таких бутылочки. Из каждой нужно выпивать по 2 капсулы, это получается 6 капсул, и вот такая жидкость с пипеткой, то этой жидкости нужно брать 40 капель. Все это вместе, значит, употребляется, когда вы только садитесь завтракать, прям сразу перед завтраком, один раз в день, и все. И опять же, нужно пить очень много воды. Это уже второй раз я пробую эту формулу, и я вам хочу сказать, что формула прекрасная вообще.
когда идет очистка организма, естественно, какие-то вы ощущения не совсем приятные ощущаете, потому что же идет выброс очищения от шлаков, от токсинов. То есть иногда это может быть в виде там, такой легкой головной боли или головокружения, или каких-то ощущениях в животе. Но в принципе, в целом, эта система, эта формула действует очень мягко. Она именно не нацелена на то, чтобы давать такой расслабляющий эффект, как дают, например, слабительные вещества. Она очень мягкого действия, очень приятного употребления. Если будут у вас какие-то дополнительные вопросы, я вам уже сказала, где вы можете ознакомиться с этой формулой, я ее купила здесь, в Америке, есть сеть магазинов, которая называется Whole Food Store, то есть это магазины, где, как считается, продается вся продукция органическая, то есть натуральная, без добавления пестицидов, без добавления гормонов. И на самом деле, когда я покупаю там, а я в основном там покупаю все свои продукты питания, то они очень сильно отличаются от продуктов питания, если вы купите их в каких-то других магазинах. То есть они очень свежие, они имеют запах, они имеют вкус. И когда вы кушаете, то вы наедаетесь малым количеством, то есть не нужно употреблять большие порции, поскольку это все органическое, все здоровая продукция, то вам хватает небольшой порции, и вы уже сыты. Я с вами прощаюсь, и опять же хочу сказать, что следите за своим здоровьем, сдавайте анализы крови каждый год, обращайтесь к своим врачам, читайте внимательно на интернете и слушайте тех людей, которые видите, что здоровый образ жизни их облагораживает, что они хорошо выглядят, что они здоровы. Вот равняйтесь на таких людей. Я не говорю, что о себе, я говорю, что когда вы видите вокруг себя таких людей, то вы узнаваете, как они ведут такой образ жизни, как они остаются так долго здоровыми и красивыми. И это будет вам помогать достигать ваших собственных целей. До свидания, до новых встреч. Пишите, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Пока!